Отдам в хорошие руки. Здравствуйте, я по объявлению. Это вы отдаете сердце в хорошие руки? Я. БУ? Да. Оно любило 3 года одного человека. Ну, 3 года эксплуатации — это довольно большой срок. А почему отдаете? Его прошлый владелец обращался с сердцем не по назначению. Он его ломал, резал, играл с ним, вонзал в него острые предметы. Сердце болело, кровоточило, но по-прежнему выполняло свою основную функцию. Любила его. И однажды тот, кому оно принадлежало, разбил его. Как разбил? А вы в ремонте были? Что вам сказали? Восстановлению не подлежит. Так зачем же вы подали объявление? Неужели вы думаете, что кому-то нужно ваше разбитое сердце? Я верю, что есть на свете человек, который сможет склеить его из осколков. Верю, что он не пожалеет на это любви и времени. Верю, что он сможет дать ему вторую жизнь. У меня ручки замерзли. Так лучше? У меня губы замерзли. I've always liked to play with fire. Thank you.
come give me a tune. D-Row, what you broke my flow over, listen to my whistle. Luna, come give me a tune. D-Row, what you broke my... Yes, Papa, Johnny. Now download all the sugar and let's throw this fuck. Ready? No, Papa, no, Papa. Yes, Papa, Johnny. Ready? Now download all the sugar and let's throw this fuck. Johnny. Now download all the sugar and let's throw this fucking party with some fish lasagna. Take it off. Show my face. Yes, sir. Negative. Are you ugly? Quite the opposite.